Более 120 человек, скорее всего, примут участие в предстоящем в конце мая предварительном голосовании по кандидатам в Законодательное собрание и Государственную Думу. Такой прогноз сделал депутат муниципального парламента Твери Сергей Аксенов, общаясь с представителями СМИ. Хотя прием заявок для участия в праймерис «Единой России» еще продолжается, уже можно подводить предварительные итоги. Вывод один. Кандидатуры выдвигаются очень активно. На сегодняшний день это 96 заявок. Зарегистрировано из них 68 человек. Отказов у нас нет по регистрации кандидатов. В Государственную Думу у нас 21 человек. В Законодательное собрание 75 человек выдвинуто и зарегистрировано. Среди желающих принять участие в праймерис – представители самых разных сфер. От чиновников местных администраций до учителей и врачей. Конечно же, активно выдвигаются и депутаты, в том числе Тверской городской думы. По словам Сергея Аксенова, это более чем логично. Мы знаем, что в следующем году будет избираться Тверская городская дума, и не использовать шанс я бы лично как кандидат не смог. Да? И, соответственно, я бы в обязательном порядке пошел на предварительное голосование, стал бы участником выборов непосредственно. Выдвижение кандидатов на праймерис активно продолжается. И по прогнозам Сергея Аксенова, если все и дальше пойдет такими темпами, то число участников предварительного голосования может достичь 100-120 человек.